Сергей Михалков, мне спать. Я ненавижу слово спать, я ёжусь каждый раз, когда я слышу Машка в 10-й час. Нет, я не спорю и не злюсь. Я чай на кухне пью, когда напьюсь, тогда напьюсь. Напишешь, я встаю, лицо и руки мыть иду. И вот он носится опять настойчивый приказ. А ну, Маш, хватит, 11-й час. Нет, я не спорю, я не злюсь, я не спеша на стул сажусь. И начинаю кое-как с одной ноги снимать башмак. Я как герой борюсь со сном, желаю только об одном, подольше не заснуть. Я раздеваюсь полчаса, и где-то полусне мне слышно читать голоса. Какие споры обо мне, через спор знакомый голос мне ясно слышно бой часов. И папа маме говорит, смотри, смотри, он сидя спит. Я ненавижу слово спать, я ёжусь каждый раз, когда я слышу Машку в 10-й час. Как хорошо иметь право ложиться в 1, 2, 4 или 5, а иногда в этом праве нет вреда, всю ночь совсем не спать.